Первый этаж здания казармы войсковой части 42-030. Это казарма рядом со зданием санчасти. Мы уже внутри здания, это вход. Мы не можем зайти с крыльца, поскольку закрыт. Для нас вот закрыты. Напротив такое же здание казармы. Извините. Мы зашли через подвал. Закрывайте дверь. Мы с фонарем здесь, иначе тут никак. Вот мы тут зашли. Это первый этаж. Со стороны плаца, что ли. Это можно спуститься в подвал. Мы пройдем по подвалу сегодня. Я надеюсь, пройдем. Также и в ту сторону в подвал. Это прямо. Мы тут бывали неоднократно с вами. В этом здании. Но зайдем и сегодня. Быть может, это видео будет получше. Это прямо. Мы пока налево посмотрим. Кубрик. Времени сейчас 10:30. Может, чуть больше. Это на второй этаж. Мы здесь зашли. Потолок тут интересный. Вот он. И заходим в этот коридор. Большой коридор. Небольшой, длинный. Ну и пойдем. Обвешаны фонарями. Здесь подно. Если в окно заглянуть, вот здание санчасти. Войсковой части 42-030. Вот какой вид из окна. Развернулись. Продолжаем движение. Еще раз направо. Все пустые, одинаковые совершенно помещения. Можно вообще и не заходить. Это первый этаж. Казарма войсковой части 42-030. Унтерслагерь. Кто-то узнает, конечно, свой кубрик. Коридор. Другие помещения. Солнце появилось, не было. Солнце сейчас есть. Некоторые помещения можно обойтись без фонаря. Без фонаря. Да что такое, извините. А некоторые никак.
вот как этот вестибюль или коридор. Видимо, здесь были построения в этом фойе. Подъем на второй этаж, пока мы туда не идем. Также можно спуститься в подвал. Вон какая картина. Интересное помещение, кафелем было отделано, стены вешали. Потом кафель был закрашен, вот видно, подлетала краска. На второй этаж. Нам пока туда не надо. Мы оттуда пришли, вестибюль, фойе, коридор, как хочешь, так и называй. Свет мы не будем включать, свой есть, туалетная комната. Такие же кабинки с той стороны. Да, вот здесь. Текстов никаких. Тексты встречал только в подвале. Это душевая или умывальник. Умывальник, наверное. Ну вот, подходим мы к завершению по первому этажу. Напротив, вот так, там уже будет здание клуба. Да, там оно и будет. Пожарный рукав. Эта комната была, окна решетками забраны. И вот мы вышли. Сразу прямо на выход и будет столовая артбригады, здание столовой артбригады других войсковых частей. На второй этаж. Тоже была комната отделана кафелем, потом покрашена краской поверху. Увидим, не увидим здесь это здание столовой. Как-то исхитриться. Посмотрим. Может быть, увидим. Простите, нет, не столовая это. Это здание санчасти, войсковой части. 47-279 и артбригады. Это санчасть. Вот и ввел заблуждение. Хорошо, что рассмотрел. Вот же клуб. Вот он. Здание клуба артбригады. Если слышно, там поезд на станции. ЖД проходит линии. Вот интересная комната. Что уж тут раковина, что тут был. Посмотрели мы с вами первый этаж. Здание казармы войсковой части 47, извините, 42-030. Что близ
санчасти. У обоих санчасти, что войсковой части 42-030 и войсковая часть 47-279 ярд-бригады. Там она. Вот, вот посмотрим. Что уже сразу не посмотрел. Тут дырка есть. Ну, мы и завершим сейчас. Мы завершаем, начнем другое видео уже на втором этаже.